великолепных представителя каждой своей породы. Джек, вот с той высотой ног какие должны быть, с великолепной головой, красивой осанкой, шеей, верхом. Ну, хотелось бы чуть-чуть, еще четче поставь задник, но все равно очень красивая собака. Ну, честно говорю, бешонок, анатомия, движение просто не понравилось. Я до последнего думала, кого отдать. Бешон, первый. Вы второй. Спасибо.